И всем привет, с вами Памфик, и сегодня продолжаем играть в зловещую игру «Растения против зомби». И сегодня мы будем проходить приключения. Почему нету звука в глазне руки? Что, у меня только музыка играет? Я не включил звук. Блин. Вот. Давайте. Ой, надеюсь, не будет громко. Так, поскольку у нас туман, то надо взять вот этот. Фонарики не будем брать. Берем этого. Чего еще бы взять? Ну вот этого. А что качество такое какое-то плохое? Ну это, наверное, мне так кажется. Кого еще возьмем? Вот этого. Ну вот тебя. Вот для тебя вот этого. Кого еще? Ну вот это. А, вот это обязательно. Все, давайте, поехали. Вы не выбрали ни одного растения из вашего солнца. О-о-о. Тогда мы уберем вот это. И возьмем вот это. Поехали. Как-то тихо. Я говорю, о, мои грабли. Хорошо. Грабли, это хорошо. Ладно, обойдусь. Пусть тут будет туман. Когда надо будет его использовать. Ну, то есть, когда надо будет... Когда надо будет, я буду его сдувать. Положу вот сюда еще второе записывающее устройство. Вдруг он как-то криво запишет. Так, мне еще два солнышка надо. Два солнышка. Знаете, вот у меня вот хоть и 50 подписчиков, но почему-то просмотров очень мало. Видео смотрят очень мало. Ой, это одно и то же. Ну, ой, надеюсь, вы видите мою мышку. Надеюсь, видите. Ой. Ну, короче, лайков мало, всего мало. Я хочу, чтобы меня смотрели. Я не буду говорить так, что типа, если вы не будете смотреть, я перестану снимать. В любом случае буду снимать. Но не с удовольствием. Ну, короче. Вот. Всё. Не знаю, как это сказать. Сейчас пока помолчу и подумаю. Не знаю. Короче, старайтесь комментировать видео. Я очень люблю комментарии. Очень. Даже больше, чем лайки. И, ну, комментарии вообще нужны для того, чтобы я знал, что это мне нужно исправить, это нужно подправить. Что что-то у меня там плохо, что-то хорошо. А я не видел, там зомби с конусом был. Все равно вот сюда поставим высокий стенарий. Да, вот он, зомби с конусом. Нет, мы должны его замочить. Давай. Что? Кто? Он прыгает! Знаете? Блин. Ой. И что? Стой! Пердун. А ты тоже пердун. Отстань. Вот так. Давайте надо защититься, блин, я еще сонный. Ничего не понимаю. Ладно, так, сюда ставим защиту. Да, приезжай, молодец. Теперь огораживаемся вот таким. Да ё-моё, сколько тут лезет. Вон там кто-то еще в воду залез. Здесь это кто-то утопит. Вот этих надо вообще наставить прям во всю. Так. Да. Мне еще одну монету, да, чтобы пристать их сюда. Да. Я все застраиваю. Нет, меня на воде съедают. Нет. Все застраиваем. Наверху там едят. О, нет.
Вот так. Блин, вы мне бы помог вот этот задуматель. Или фонарик. Я не взял фонарик. Блин. Говорить надо громче. Прямо вот, вот так. Хотя он меня в любом случае слышит. Все равно говорить надо громче. Приближается большая волна зомби. А это все? Я не засек таймер. Ладно, сыграем две игры. Я вот сейчас посмотрел, у меня почему-то губку Боба больше всего смотрит. Больше даже, чем растение против зомби. Значит, я, наверное, буду снимать губку Боба. Так, вот так. Ой, главное, чтобы мне не прошли внизу. А, нет, откуда-то выпало. И чтоб под дух не прошли. Ну давайте. Мы напоследок увидим, что тут. Сейчас всех завалим. Прямо так-то. Деньги. Деньги. Давайте мне деньги. Притягивает к себе и удерживает шлемы и прочие металлические предметы зомби. Знаете, меня же смотрел раньше какой-то там свертелек 13, мои растения против зомби. Но сейчас не смотрит. Вот если свертелек 13, или как тебе там. Если ты это смотришь, то напиши в комментариях, что ты смотришь каждую мою серию. Ну или хотя бы это посмотрела. Пожалуйста. Дэйв не будет ничего говорить. Давайте вот это еще сыграем. Так вот это надо взять, чтобы оно будет притягивать и этих. Кактус. Деньгодаватель. Пум-пум-пурум. Так, что еще? Стрелялку взяли, солнцедавалку взяли, защиту. Ну, защита нам не нужна. Вот это надо. Кувшинку взяли. А что бы еще добрать? Там, мне кажется, все. А, вот это еще и это. Ну и... Ну и давайте... А, туман убирать. Вот это. Да. Поехали. Тебе лучше надо было взять стены орех. То есть не стены орех, а орех. Ну, Боб. Ну вот этот. Спанч Боб. Орешь. Просто орешь. Небольшой, а маленький. Так, вот сейчас сразу начинаем ставить вот такие линии, а потом сразу ставим кактус. Две волны. Ой. А где зомби-то пойдут? Ой-ой-ой. Сейчас посмотрим. А, его убила эта штука. Хорошо. Вот так. Как думаете, на воде поставим вот эти солнышки? Не, я думаю, поставим два ряда солнышек. Ну, не два ряда, а вот тут, вот тут, вот тут. А на воде не будем ставить вообще. Кто мне там стреляет? Внизу, вот на тебе еще подмогу. Ставим вот сюда еще солнышко. Вот так поставим, 4 ряда. 4 кубика. 2 кубика по 2 на 2. Да, так. О, ФПСки красные. Мне всегда кажется, что они желтые. Где стреляют? Вот так тогда. Так, солнышки, давайте прыгайте. Мозги. Не помню, откуда я это. Вроде я это уже когда-то говорил. Все, сейчас поставим солнышко и будем сажать все кактусами. Полностью будем засаживать кактусами. Вот так. Что-то никто не идет. Там, похоже, кто-то летит. А, я слышу конус. Кактус. Кактусовая артиллерия. Артиллерия. Короче, вот сюда кактус ставим быстро. Быстро. Твой. Кактус. Стреляй. Так. Теперь вот сюда надо поставить фонарики. Вот. Ну, мне одного, я думаю, хватит. Нет, еще вот сюда надо поставить фонарик. Пока фонарик копится, поставлю я магнит.
А тут будут стоять магниты. О, да, сколько денег. Так. По звуку вроде никто с конусами не идет. Почему конусы? Не знаю. Ой-ой-ой, что-то подлагнуло. Боже, кто-то мощный пришел. А, кто-то в воду упал. Так. Так, еще сюда магнит. О, сколько солнышек. Сейчас. Мозги. Ой, у меня телефон звонит, блин. Алло, да, все. То есть какой алло? Все, я тут. Блин, я из скайпа-то вышел, мне Димон звонит на телефон. Господи, еще на городской звонить будет. Ё-мо, надо было ему сказать, что я снимаю. Ой, ладно. А вниз еще тоже с конусом надо. Как-то вниз надо поставить. Так. Вот сюда фонарик поставить надо. Вот так. Я думаю, мне этого хватит. Давай. Магнит еще сюда надо. Так, чего мне не хватает? Мне не хватает кактуса. А вдруг кактусы тут пойдут? Тан-тан-тан. Ну все, вот. Нет. Мне кажется, там магнит не понадобится. Сюда кактус. Никого тут летучего нету? Никого ничего с железом нет? Ну блин, никого железного нет. Так не интересно. Еще один. Он ничего не дал. Ты съел мой магнит. Да ты умрешь. Не зря поставил тут фонарик. Я слышу. О, молодец, как. Лопнули его. А как он так по воде хотел лететь? Он сейчас что, утонул? Мы этого никогда не узнаем. Утонул он или не утонул? Вот в чем вопрос. Вопрос в том, да, утонул или не утонул. Зачем я это повторяю несколько раз? Так. Я слышу, прыгай! О, да, вот так. Давайте вот вторую линию поставим кактусов, а фонарики перенесем вот сюда. Так, фонарик поставим вот тут, а это сломаем. Да, фонарик надо принести на одну линию вперед. Кактус, нет, быстро. Так, у меня так много солнца, даже не успеваю его тратить. Слышу ведро. Слышу ведро, но не знаю, где оно. Сейчас его притянут. Слышу. Да. Так, достаем это. Это срубаем. Сюда ставим это. Ну все, можно просто смотреть. Нет, я лучше буду пытаться что-то делать. Опять кто-то принес. Вот он. Наверное, мне надо. Наверное, мне надо вторую линию кактуса поставить на воде. Это 100%. Блин, так много солнца. Зачем ночью так много солнца? Но мне не нужно. Давайте воду на 100% защитим. Ну, последняя волна так быстро, еще хочу. Я даже не знаю, сколько снимаю. Ну, мне кажется, минут 10. Это очень мало. Так что надо еще чуть-чуть. Что-то. Защищаем фонарик. Защитить любой ценой. Фонарик любой ценой. Давай. Даже ценой своих растений. Хотя фонарик это и есть растение. Вот так теперь.
Но я не помню, на чем он купил. 10 тысяч вроде. Привет. Это твоя мама. Прошу, приходи ко мне домой на мясной пирог. Оставь дверь открытой. Ой, а лужайку неохраняемой. Всегда твоя мама. Не зомби. Ну, я уже вырос из такого возраста, чтобы над этим смеяться. Ненавижу. А чё так быстро стемнело, а? Ничего, а что? Это не добро. Это не бобро. А ладно, надеюсь, ты переживёшь ту ночь. Я помню этот уровень. Нет. Блин. Так, а чё у нас тут катится? Я видел, тут кто-то идёт. Так, ну вообще, буду рандомно стоять. Нам красота не нужна. Красота нам не нужна. Ставим кактус вот сюда. Так. Ну что, что я поставил сюда? Вот еще один стоит сюда. Телефонит. Ладно, сейчас отвечу. Успел, надеюсь, это было не скучно. Это был не Димон почему-то. Это было. Так, как мы ставим вот сюда? Это ставим вот сюда. Блин. Ладно, главное выжить. Главное выжить. Самое главное выжить. Я куда-то поставил. Так, поставил. А, это кувшинка. Я думал, это тыква. Вот сюда. Где у меня незащищенная линия? Вот тут, да блин. Вот тут. Хорошо. Тут это. Тыквинский тыквин. Сейчас с него сниму. Он не, вот здесь не тыквинский тыквин, а... с шапкой. С ведром. Потому что как только начинаю снимать, у меня вообще мозг отключается. Так, полностью. Сюда куда-нибудь, куда-нибудь надо стыкну. Зачем мне это? Электроны. Зачем раздавать? Почему он сдул? А, понял. А, не понял. Вот что он сдул? Да, тролли вообще настоящие. Сюда мне надо кактус как-то поставить. Вот на этой линии. Эти. Их тоже надо на этой линии. Я очень тихо говорю. Надеюсь, я не тихо говорю. Так, ну все, короче, на воду ставим. Вода. Вода. Вот. Так, ну все, на воду. Вынуть себя туда. Так. Вот сюда нам надо. Да, тоже. Вот сюда. Все, не нужна нам симметричность. Главное, я выжить. Знаете, я вот в Мали, ну и сейчас есть, и всегда там был. Ну, короче, там я раньше тоже снимал растения против зомби. Я, наверное, не буду оставлять ссылку на свой канал. На свой майл. Вы что, дойдете? Вытащите вот эти. Вытащите кирку укопать. Надеюсь, я туда поставил.
поставил туда, туда. Хорошо, хорошо. Эй, вот сюда, вот сюда. И еще вон туда. А это, тудун, 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 вот он. Ну, сейчас мы магнитом притянем. Чего он у меня? Что он дает? Он мне ничего не дал. Я слышал, как надо защищать. Ладно, ладно. Ну, блин, будет интересно. Видео тут кто-то прилетает. Ну, может, я когда буду... Да, поставил, он его сейчас съедет. Очищать не так. Мы оставляем всякой... Я не буду вызвать серию, мне что-то надо. Нет, он вылез после этого двойного. Нет, 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 нет. Я очень зол, ставлю все везде. Все везде, вообще везде. Так. Так, все везде, ничего не хватит. Да, два алмаза. Если мне сейчас что-нибудь еще дадут. Так, подбирайся. Если мне сейчас дадут какой-нибудь еще алмаз или какую-нибудь игру. Вообще такой. Ааа, сейчас ставим вообще все подряд. Все, давайте ничего не ставим. Посмотрим. Так, рандом. Вот. Ничего не ставим. Просто смотрим. Я буду комментировать игру. А зомби с колпаком на голове подходит к нижней линии, но его убивают. Приближается большая волна зомби. Так, тут у меня магнитес, тут магнитес, а... Все смотрим. Вот, смотрим. Что? Как-то свет резко погас. Так, вот. Наверное, после этого видео сразу. Кубку губы сниму. После этого я закончу. Я не знаю, как идет видео. Так интересно. О, нет! Мы пойдем на крышу! Дайте много денег. Деньги, 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 деньги. Летает во врагов кочаны капусты. Нет, 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 спойлер, спойлер, спойлер. Ну ладно. Ух ты, они пробрались аж к тебе на крышу. Ну и упоротые же, ой, ну и упорные же эти зомбаки, скажу тебе. Из-за наклона крыши тебе придется использовать катапульту. О, качанапульту. Помни, и помни это, и ты не пропадешь. Было бы смешно, если бы он сказал, помни это, и ты не промажешь. Ой, ладно, я уже зеваю. За сколько у меня там стоила вот эта штука? 10 тысяч? Ну все, давайте. И с вами был Павешка, оставляйте комментарии. С вами был Павешка, оставляйте комментарии, ставьте лайки. И всем пока.